Аня, съемка. Пять раз с весом 50 килограмм. Это быстро. И давно не приседал. Что, поле чудес идет, что? Какой поле чудес? Новости. Итак, начинаем теперь наши повторы с весом 72,5. Наша цель 50 штанг. А штанга. Опа. И раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Второй подход 72,5. А ведь в фитнес-клубе в Минске я делал повторы на 70, друзья мои. А это 72,5. Это даже больше, чем в Минске. Раз. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Числа Фибоначчи. 9, 8. Третий подход в накачке под заунывные мотивы, которые слушает Анг. Анка выключила заунывные мотивы. Спасибо тебе за это, Анка. Мордовские напевы, блин. Раз. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Реально числа Фибоначчи. 9, 8, 7. Прикольно. Четвертый подход. Пока Анька сюсюкается псиной, я сюсюкаюсь со штангой. Ну что, моя дорогая штанга? Ну, что-то она легкая какая-то. Подозрительно. Раз. Три. Четыре. Шесть. Он будто допинга принял. Давай, вставай. Не мешай. Так, у нас пятый подход с весом 72,5. Пятый подход. Раз. Три. Четыре.
всем. Ну и так я ударно поработал, я это смогу сделать еще за два подхода. 6 и 5. Или 5 и 6. Съемка. И... А где? Съемка. Я знаю, где отвертка-то? Наверху, на полке. Раз. Три. Четыре. Ну, друзья мои, последний подход. Последний подход. Будем делать 50 кпш. Коэффициент поднятых штанг. Или количество поднятых штанг, вернее. Опа. И... Раз. Их три всего? Четыре. А где четвертая?